Добрый день всем участникам данного вебинара. Скажите, пожалуйста, слышно меня? Видно? Кто здесь? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Кто меня видит, кто слышит, пожалуйста, просьба отписаться. Будем тогда начинать. Секундочку, давайте там еще подождем, чтобы можно было уже для всех, кто нас слушает, начинать. Секундочку. Ну что, здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Синельников, являюсь маркетологом компании NextStore Украина. Сегодня у нас будет замечательный вебинар по нашему одному из основных направлений Египет, по отельной базе, по нововведениям, по экскурсиям, по полетной программе. В общем, всю информацию постараюсь вам предоставить. И чтобы для вас эта информация была полезна обязательно и интересной. Начнем мы с общей информации про нашу компанию. Наша компания называется AnnexTourism Group. Помимо туроператора AnnexTour в нее входит также авиакомпания Azur Air, туроператор Oryx Travel, который ведет свою деятельность в странах Евросоюза, таких как Словакия, Чехия. Также некоторые отели, один из самых популярных, это отель Selectum в Белеке, в Турции. Также несколько отелей в Египте, один из них всем вам известный, Royal Grand Sharm в Шарм-эль-Шейхе. Вот. Также несколько наших принимающих офисов, а именно 12. Это в Турции, в Тунисе, в Египте, в Таиланде, в Испании, в Греции, на Кипре, на Кубе, в Китае, на острове Хайнань, во Вьетнаме, в Эмиратах и в Доминиканской Республике. В этих странах также принимают туристов компания AnnexTour. Из Украины мы AnnexTour отправляем туристов, и в этих странах также AnnexTour туристов принимает. В нашей компании работает больше 5000 профессионалов своего дела. Мы работаем по принципу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Продолжим дальше. На данном слайде, прошу обратить внимание, указана статистика отправленных туристов за предыдущие годы, а также наша цель за сезон 2017 года. Как видите, статистика продаж с каждым годом растет. Мы этому очень рады и стремимся в 2017 году отправить больше 600 тысяч туристов. Конечно же, нашим приятным преимуществом и нашей гордостью является наша авиакомпания, которая называется Azur Air. Ведет она свою деятельность помимо Украины также в странах, таких странах, как Германия и Россия. Все самолеты брендированы и прекрасно нам помогают выполнять наши полетные программы. Наш воздушный флот состоит из самолетов типа Boeing 737-800. Вместительность данных бортов 189 кресел.
Максимальная дальность полета 5370 километров. Поэтому вот такие вот у нас самолеты, с которым мы с удовольствием летаем по следующим направлениям. Прошу обратить внимание, на данном слайде указано направление полетов нашей авиакомпании в этом сезоне. В 2016 году мы выполняли 55 рейсов в неделю в сезон, что означает 10385 туристов, пассажиров в неделю. В 2017 наша цель выполнять, и в принципе мы с этим успешно справляемся, 75 рейсов в неделю, что более 14 тысяч пассажиров также в неделю. Прошу обратить внимание, на слайде указана наша полетная программа. Синим цветом указана полетная программа круглый год. Желтым указана полетная программа летняя. Вот. Поэтому прошу обратить внимание, что мы круглый год летаем из Киева в Барселону, в Испанию, в Анталию, в Турцию, в Шарм-эль-Шейх, в Хургаду, в Египте. Из регионов также круглый год полетка в Египет, в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду. По всем остальным направлениям, это таким как Даламан, Бодрум, Энфида, Ираклион на Крите, мы летаем туда в период летней навигации. Партнерами нашей компании являются также авиакомпания Atlas Global Украина, которая в летний период помогает нам выполнять авиаперевозки, также страховая компания ВУСО, которая является нашим страховым партнером, и банки Альфа-Банк и Укрсибанк. Перейдем к очень важной информации. С недавних пор это у нас как нововведение. На сайте полностью присутствует вся информация в разделе страхования. Теперь по странам Турция и Египет. Страховка, которая входит в стоимость тура, включает в себя безусловную франшизу $30. При обращении по страховому случаю турист в таком случае будет должен оплатить $30 франшизы. Также на месте у гидов, можно докупить страховку премиум, которая будет без франшизы и которая будет покрывать страховой случай состояния алкогольного опьянения. И лимит покрытия в данном случае также увеличивается. Поэтому просьба обратить особое внимание на изменение страхования наших туристов. Конечно же, также у нас имеется своя авиакасса. Пожалуйста, обращайтесь, мы всегда будем рады вам помочь. Мы являемся с 2009 года аккредитованными агентами ИАТА. Работаем во всех трех системах бронирования авиабилетов Amadeus, Galileo и Cybor. Также прекрасно содействуем и работаем с многими авиакомпаниями мира. Поэтому вы всегда можете обращаться по поводу авиабилетов, каких-то нюансов, докупки авиабилетов и так дальше. Именно по регулярным авиаперевозкам у нас имеется также своя авиакасса. Также на сайте в подборе тура у нас имеется на данный момент можно купить туры по направлениям Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивские острова, Доминиканская республика, Грузия, Эмираты и Куба. По этим направлениям вы можете удобно заходить в подбор тура, бронировать тур на регулярных авиарейсах, но все остальные
составляющие данного тура, отель, трансфер и так далее, тоже входит в стоимость тура. Вы это все себе удобно бронируете под вашу стандартную комиссию. И таким образом можно отправлять туристов по данным направлениям удобно, быстро, комфортно. Вот еще раз прошу, хотел бы повторить вам, что это все под стандартную комиссию агентства. Также у нас очень удобный на данный момент новый сайт, в котором я хотел бы обратить внимание на наши акции. Они находятся в разделе «Информация» на сайте, подраздел «Акции». На данный момент у нас введена для агентств всей Украины новая акция, при которой, забронировав от 20 комнат в отеле Selectum Luxury Bilek в Турции, вы получаете неделю отдыха бесплатно. Со всеми подробностями акции вы можете ознакомиться в разделе «Акции», где уже полностью все будет расписано, понятно. Поэтому, пожалуйста, бронируйте, и в конце сезона приятно отдыхать в нашем лучшем отеле, который, опять-таки, хотел бы повториться, принадлежит нашей компании. Также на данный момент действует акция, что при бронировании отелей Voyage Bilek и Suyana Hotel Deluxe Bilek вы получаете бесплатную экскурсию, бесплатное посещение тематического парка The Land of Legend в Анталии. Поэтому тоже, пожалуйста, заходите на сайт раздел акций, читайте описание и удобно бронируйте эти отели, получайте для своих туристов приятный бонус. Также по Египту, по тематике данного вебинара, на данный момент действует акция по определенному списку отелей, с которым вы также можете ознакомиться на сайте. При бронировании двоих взрослых вы получаете двоих детей бесплатно, можете бронировать их. Прошу обратить внимание, что данная акция учтена уже в подборе тура, и дополнительных каких-то писем писать не нужно. Она также находится в разделе «Акции» у нас на сайте. Также по Египту на данный момент действует акция бонуса от отеля Египта. При бронировании отелей, которых список также есть на сайте, вы получаете, в зависимости от категории номера, бонусы в счет следующих заявок. В таком случае вам нужно будет после бронирования заявки написать письмо в отдел маркетинга и просьбу написать письмо о том, чтобы мы вам списали эти бонусы в счет следующей заявки. Начнем мы с нашей отельной базы в сезон 2017-2018. Мы стабильно являемся лидерами по направлению Египет. И сегодня я вам расскажу про основные отели наших партнеров, про нюансы отельной базы и про специфику каждого из регионов, по которым у нас имеется своя полетная программа. Начнем мы с Шарм-эль-Шейха. Сегодня расскажу вам более подробно про районы данного туристического региона, как Шарксбей, Набк и Хадба. Также знакомимся мы с вами с основными отелями данных районов и будем все успешно продавать данный регион. Начнем мы с Шарксбей. Данная бухта, данный район находится ближе всего к аэропорту Шарм-эль-Шейха. Расстояние не более 5 километров. В переводе, конечно же, это означает бухта акул, акулья бухта, но никаких акул здесь уже давным-давно нету. Туристы могут спокойно купаться до заката солнца и наслаждаться отдыхом. Конечно же, большим преимуществом данного региона, можете себе записать, является то, что здесь очень красивые рифы,
очень красивые рифы в районе Soho Square, в таких отелях, как Concord Front, Island View и в других отелях. Поэтому в этот регион, в этот район Шарм-эль-Шейха можно отправлять туристов с детьми, а также для тех, кто хочет находиться недалеко от Soho Square, так как большинство отелей в данном регионе, в данном районе находится именно недалеко от прогулочного променада Soho Square, где можно купить различные сувениры, сходить в рестораны, дискотеки, посмотреть шоу и так далее. Начнем мы с отеля Sunrise Arabian Beach Resort, наш эксклюзивный отель, наш базовый отель, мы его все любим. Отель находится в районе Sharks Bay, на первой береговой линии, на расстоянии 10 километров от аэропорта. Отель был построен в 2012 году. У отеля имеется свой песчаный пляж протяженностью 250 метров. Также в отеле имеется красивый коралловый риф. Вход в море только через понтон. Отель представляет собой каскадную территорию с большим количеством корпусов. В отеле имеется один главный бассейн и несколько бассейнов для только взрослых, тихих бассейнов. Недавно главный бассейн был отремонтирован, сейчас полноценно функционирует. В отеле достаточно большие номера, минимальная квадратура номера 28 квадратных метров. В отеле проводятся активные анимационные шоу вечером. В отеле имеется бесплатный Wi-Fi по всей территории отеля, а также в номерах. Также в отеле присутствует несколько ресторанов а-ля-карт, таких как французский, индийский, азиатский и другие, которые, один из которых можно посетить один раз в неделю бесплатно каждому из туристов. Предварительно, конечно, нужно записаться, как и в других отелях, зарезервировать себе столик и приятно наслаждаться ужином в одном из ресторанов или карт данного отеля. Также в отеле присутствует главный ресторан, в котором туристы могут кушать каждый день вкусно и приятно наслаждаться отдыхом. Поэтому этот отель выше среднего уровня, номера все очень ухоженные, в номерах присутствуют чайные наборы, присутствуют сейфы, холодильники, мини-холодильники, это все бесплатно. Поэтому в этот отель можно отправлять молодежь, можно отправлять людей для спокойного отдыха, поэтому вот этот отель всем рекомендую. В отеле также присутствует дискотека, и также он недалеко находится от Soho Square. Следующий отель – это отель Grand Oasis Resort Шарм-эль-Шейх. Он находится еще ближе к Soho Square, буквально в пешей доступности, 7 минут пешком. До аэропорта здесь приблизительно 8-10 километров. Отель цена-качество находится на первой береговой линии. Был отреновирован в последний раз в 2011 году. Имеется свой песчаный пляж, красивый риф. Вход из берега есть небольшой для деток, но основной заход в море с понтоном. Также прошу обратить внимание, что не во всех номерах данного отеля присутствуют новые телевизоры. В некоторых телевизоры еще старые. Вот. Номера здесь, в принципе, неплохие. Минимальная квадратура 24 квадратных метра. Имеются номера Connect. Имеются рестораны а-ля карт. Вот. Поэтому данный отель, в принципе, подходит для семейного отдыха. Если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте, буду отвечать. В этом отеле в номерах присутствует мини-бар, он пустой.
Также здесь присутствует сейф, также в номерах. Чайных наборов в номерах нет. Перейдем к следующему отелю. Отель Grand Ratana Resort and Spa. Отель 5 звезд. Также находится в районе Sharks Bay. Он был построен в 2005 году. Представляет собой номера на первой линии категории Deluxe и номера стандарт, которые находятся за ресепшеном формально на второй линии. Между ними нет никакой дороги, это одна общая территория. Отель очень зеленый. Отель достаточно большой. Имеется один главный корпус шестиэтажный, а также большое количество двухэтажных корпусов. На первой линии, опять-таки повторюсь, находятся в этих корпусах номера Deluxe, на второй номера стандарт. Прошу обратить внимание, что в номерах стандарт французские балконы, обычных балконов там нету. Также в этом отеле на первой линии в номерах Deluxe имеется номера Deluxe с прямым видом на море, с боковым видом на море или с видом на сад. Это связано с тем, что эти корпуса, они более извилистые, если можно так сказать. И не со всех номеров будет прямой вид на море. В этом отеле присутствует один главный бассейн, в котором имеется одна детская зона. Детская зона подогревается, большая зона бассейна подогревается частично ближе к детской зоне в зимний период. На данный момент подогрев не требуется, так как погода замечательная. В этом отеле присутствует также один главный ресторан и три ресторана а-ля карт. Индийский, средиземноморский и национальной кухни. Тоже один раз посещение одного из ресторанов в неделю бесплатно для проживающих в отеле. Главный ресторан представляет собой линию раздачи, достаточно хорошее питание, выбор не маленький, все вкусно, места хватает всем. На завтрак фреши не предоставляют. В принципе, все остальное присутствует, и питанием в этом отеле туристы довольны. Также прошу обратить внимание, что в данном отеле есть несколько зон для купания. Имеется небольшая зона с песчаным заходом для деток, буквально метр. Все остальные заходы через понтоны, которых в этом отеле два. Также имеется спокойная лаунж-зона возле пляжа, так называемый бар на пляже, который за доплату. Об этом прошу обратить внимание. Также имеется отдельный бар на пляже, который бесплатно. Перейдем к следующему отелю, Concord El Salam Front. Отель находится в 10 минутах езды от аэропорта и в 5 минутах ходьбы от Soho Square. Отель на первой линии находится Concord El Salam Front, на второй линии находится Concord El Salam Sport. Это, можно сказать, один комплекс отелей. Был Конкорд, если мы говорим о фронте, последний раз реновирован в 2012 году. Есть собственный песчаный пляж, немаленький, протяженностью 400 метров. Вход в море в этом отеле только с понтона. Понтон небольшой, всего лишь 14 метров. Спустившись в воду с которого, вы видите прекрасный коралловый риф. Отель представляет собой каскадную территорию. Ступенек достаточно много. Имеются номера стандарт, номера Deluxe, Family и также сьюты.
Поэтому разнообразие номеров достаточно большое. Единственное, что номера Family находятся немножко дальше от моря, но квадратура достаточно большая, минимум 92 квадратных метра, что собой являет большой зал с мини-кухней, а также спальня, зона туалетная. Вот, поэтому Family номера здесь достаточно большие. Также могу сказать, что номера Deluxe в этом отеле минимум 38 квадратных метров. Они тоже полностью отреновированы, красивые. Во всех номерах присутствуют чайные наборы, мини-бар, который пустой, ну, он может заполняться за дополнительную плату. Также имеется сейф, халаты, тапочки бесплатно в этом отеле. Немножко остановлюсь детальнее на питании. В данном отеле присутствует один главный ресторан, который находится в здании ресепшена на минус первом этаже, в котором могут кушать все, и возле которого проходит вечерняя анимация. Она тут в этом отеле проходит каждый вечер активно, или же какие-то песни, танцы, разные соревнования, то есть это все тоже в этом отеле проходит. Также в этом отеле присутствует один бассейн с подогревом, но главный бассейн, который вы видите на слайде, он без подогрева круглый год. В нем имеется прекрасный вид на море, так называемый бассейн Infinity это. Возле него присутствует бар, который бесплатный, можно наслаждаться напитками, предоставляет некоторые снеки, тоже бесплатно. Поэтому в этом баре также можно бесплатно по системе All Inclusive брать все, что вам будет угодно. Также имеется бар на пляже, он тоже бесплатный, и также имеется ресторан морепродуктов а-ля карт, тоже который находится возле пляжа, он за дополнительную плату. Также в этом ресторане имеется бразильский а-ля карт, ресторан итальянской кухни а-ля карт и гриль-ресторан. Рестораны данные один раз в неделю бесплатно, один из этих ресторанов бесплатный для посещения. Перейдем к следующему отелю. Я думаю, вам всем интересно. Отельная база, в принципе, достаточно всем известна. Следующий отель — Султан Гарден Резорт. Отель находится также в бухте Шаркс Бэй, в 6 километрах от аэропорта, тоже совсем недалеко. Отель был отреновирован в 2015 году, является собой, ну, можно сказать, достаточно большую территорию. Секундочку. Просьба написать, кто меня видит, кто не видит. Наверное, подожду немножко, чтобы все могли качественно меня слышать и видеть. Просьба написать. Продолжим тогда, если всем видно, продолжим. Остановились мы на отеле Султан Гарденс. Данный отель достаточно популярный среди наших туристов, среди европейцев. Его любят за то, что отель всегда предоставляет качественные услуги. И всегда он практически заполнен, активный отель семейного типа, много разных бассейнов в этом отеле, хороший пляж песчаный, есть некоторый заход в море для деток, также здесь имеется понтон, поэтому отель цена-качество. По питанию в этом году в принципе нареканий не было каких-то значительных, поэтому отель держит марку, все вкусно, и отель могу вам смело советовать.
Что по нюансам в этом отеле? Данный отель собой являет каскад корпусов, которые вниз идут к морю. По территории отеля курсирует бесплатный автобус до пляжа каждые 15 минут, если кому-то сложно пешком подниматься и спускаться. Есть некоторые остановки на территории отеля, и можно доезжать до пляжа на этом мини-автобусе. Имеется большое количество бассейнов в этом отеле. Секундочку. В этом отеле размещение с детьми приветствуется. В принципе, есть номера Family. Пожалуйста, предоставляют в этом отеле коляски, детские стульчики в ресторане. То есть все это под запрос, конечно, по наличию в отеле. Также этот отель находится недалеко от Soho Square, ну, конечно, тут уже пешком не дойдешь, но на такси ехать буквально несколько минут. Вот. Поэтому в этом отеле также присутствует теннисный корт, футбольное поле, баскетбольная площадка, которая совмещена с футбольным полем. Оно в этом отеле, покрытие данного поля бетонное, поэтому в этом тоже, пожалуйста, предупреждайте туристов. Если вопросов нет, то перейдем дальше к региону Шарм-эль-Шейха Напк. Данный регион самый, можно сказать, северный, самый восточный, северо-восточный в Шарм-эль-Шейхе. Здесь достаточно большие по территории отели. Есть также свои развлечения, есть дискотека Hard Rock. Этот регион развивается, строятся новые отели. Но нюанс в том, что этот регион находится от аэропорта дальше, чем остальные регионы, а именно примерно в 20-25 километрах от аэропорта. Из отелей, из большинства отелей видно ближе всего побережье острова Тиран. И, то есть между островом и районом Напк находится бухта, в которой все купаются. В этом регионе также есть особенность в том, что здесь более ветрено, чем в других районах. Вот. Но летом это, наоборот, приносит больше прохлады приятной. В принципе, туристы любят эти районы и отели, которые находятся в данном регионе. Конечно же, в этом регионе свой микроклимат. И также особенностью данного региона является то, что в большинстве отелей длинные большие коралловые рифы, и, соответственно, в большинстве отелей достаточно протяженные понтоны. Немного чаще и более здесь чувствуются отливы и приливы, но в любом случае, если купаться с понтона, то эта проблема исчезает сама собой. Начнем мы с отеля нашего прекрасного партнера Nubian Village. Этот отель находится посередине района Нап. Расположен он приблизительно в 5-7 километрах от аэропорта и в 25 минутах езды от центра города. То есть вот на Амабэй. Отель обновлялся в 2012 году, что касается именно корпусов Village. Что касается главного здания, он был обновлен этой зимой, и успешно туристы теперь могут жить в красивых, ухоженных новых номерах. Отель составляет собой, как я уже проговорился, с главного здания, а также с корпусов Village. Главное здание собой представляет трехэтажный корпус с номерами с видом на бассейн.
Также в главном здании находится главный ресторан, лобби, некоторые магазины, медпункт. Что касается Wi-Fi, то в данном отеле Wi-Fi ловит возле бассейна и в лобби отеля, и также возле второго бассейна, который находится ближе к морю. Что касается номеров Village, можно сказать, что это номера бунгало, они одноэтажные. У всех номеров имеются небольшие свои лужайки. Номера все достаточно немаленькие, отреновированные, красивые. От слова бунгало здесь осталось только название. А так они, в принципе, очень ухоженные, тихие, спокойные, приятные, поэтому подходят для семейного отдыха, я бы так сказал. Что касается номеров в главном корпусе, то это номера стандарт и Family. Также имеются Connect номера. Все номера не маленькие, минимальная квадратура 30 квадратных метров. В номер может доставляться полноценная третья кровать. Ее доставляют по запросу. Поэтому в таких номерах размещение 2 плюс 1 приветствуется. Что по привилегиям и бонусам данного отеля? Значительным бонусом данного отеля является питание в этом отеле. Питание в этом отеле, можно сказать, неплохое, высокого уровня. Каждый день старается менять виды разных блюд, напитков, разнообразие еды немаленькое, все довольны. Также в этом отеле присутствуют 3 водные горки. Извините, пожалуйста, 3 водные горки, у которых свой бассейн. Они находятся ближе к номерам бунгало. И также, как я уже сказал, имеется отдельный бассейн возле моря. Он подогревается. Более активный, там играет водное поло, проходит анимация, музыка играет, поэтому в этом отеле можно себе найти как уединение, так и активный отдых. Что касается а-ля-карт ресторанов, в данном отеле присутствует ресторан морской кухни, то есть seafood, который тоже а-ля-карт, у него можно посещать один раз в неделю бесплатно по записи. А также присутствует ресторан а-ля-карт среднеземноморской кухни. Вот. Поэтому этот отель смело могу вам рекомендовать. Перейдем к следующему отелю. Следующий отель тоже один из наших базовых. Отель Rihanna Royal Beach Resort and Spa 5 звезд. Это сосед отеля Nubian Village. По пляжу я расскажу именно по этому отелю. В принципе, пляж не генетичный с Nubian Village, поэтому давайте начнем, наверное, с пляжа, чтобы в памяти у вас по двум отелям информация запомнилась. Что касается именно пляжей в этих отелях. Здесь немножко чувствуются отливы-приливы, поэтому во время отливов вход в море с берега проблематичный, так как воды там, можно сказать, она далеко отходит. Но с понтона купаться можно всегда. Понтон у каждого из отелей, как Nubian, так и Rihanna, отдельный. Протяженность их приблизительно 100 метров, не длинный. Огромным плюсом данных отелей является то, что здесь очень красивые рифы. Течение небольшое, но рифы действительно очень красивые, можно погружаться с аквалангом. В отелях имеются дайвинг-клубы, поэтому
Это значительный плюс этих отелей. Во время прилива можно купаться немножко с берега, а именно детям. Все-таки взрослым мы советуем купаться только с понтона. Что касается территории Nubian Island, прошу обратить внимание, данная территория на данный момент закрыта и пользоваться ей нельзя. То есть на данный момент работает только отель Nubian Village. Перейдем более подробно к отелю Rihanna Royal Beach. Как я уже сказал, отель находится на первой линии, представляет собой достаточно большое количество корпусов. Имеется также в этом отеле, похоже, как в Savoy, система Royal, что означает, что в этом отеле присутствует Rihanna Royal Beach. Вот. Все остальные корпуса – это обычно Rihanna Beach Resort and Spa. Некоторые, конечно, привилегии имеются по системе Royal. Бесплатное посещение а-ля карт ресторанов, бесплатный Wi-Fi в номерах и другие привилегии, которые мы можем вам предоставить по вашему запросу. Также эту всю информацию можете найти у нас на сайте. Что касается всего отеля, цена-качество, его любит молодежь за то, что он достаточно активный. Питание здесь, в принципе, неплохое, среднего уровня, выбор блюд есть, но все-таки предупреждают туристов о том, что здесь не будет большого выбора блюд, нужно. Но нареканий на качество блюд в последнее время мы не наблюдали, поэтому отель можем советовать для семейного отдыха, для молодежи. Отель цена-качество. Что касается услуг в номерах. В номерах в этом отеле присутствуют чайные наборы, присутствуют сейфы, присутствуют мини-бары, которые за дополнительную плату. Wi-Fi в номерах в данном отеле нет. Wi-Fi в этом отеле только в лобби. Но по системе Royal, как я уже сказал, такая привилегия имеется. Что касается понтонов, еще раз повторюсь, в отеле Rihanna Royal Beach, а также в отеле Nubian Village, два разных понтона протяженностью приблизительно одинаковой 100 метров, после которых открывается прекрасное море с очень красивым рифом. Пляжные полотенца как в Rihanna Royal, так и в Royal Beach предоставляют. В этом никаких проблем нету. Перейдем к следующему отелю. Сеть отелей Sea Group также находится в регионе Nap. Представляет собой отели Sea Club, Sea Life, Sea Garden и Sea Club Aquapark. На первой линии находятся отели Sea Club и Sea Garden, немножко дальше отель Sea Life, а также на второй береговой линии находится отель Sea Club Aquapark, который находится отдельно от этих трех отелей. Прошу обратить внимание, что на данный момент на первой линии данных отелей ремонтируется понтон. Вход в море возможен или же с берега немножко, или же через понтон соседнего отеля, который находится в 4 минутах ходьбы от пляжа данного отеля. Поэтому, в принципе, проблемы зайти в море нет. Что касается самих отелей. Что касается именно самих отелей. Отели находятся в одном комплексе, как я уже сказал, Sea Club, Sea Life и Sea Garden. Ближайший к морю отель Sea Life, а также Sea Club. Туристы, которые живут в любом из этих трех отелей, могут пользоваться пляжем всех трех отелей. И также инфраструктурой всех трех отелей. Sea Club Aquapark находится в 15 минутах езды от этих трех отелей. Туристы Sea Club Aquapark могут пользоваться бесплатно только пляжем Sea Life и баром на этом пляже, тоже бесплатно.
Стоимость посещения отдельно аквапарка в отеле Сиклаб Аквапарк для жителей Сиклаб, Силаф и Сигарден будет стоить это для них $25 для взрослого и $15 для детей. До 10 лет бесплатное посещение в этот аквапарк. Также просьба всегда предупреждать туристов о том, что цены могут меняться, и актуальные цены они могут узнать у гидов на месте. Бесплатно предоставляется автобус до аквапарка Сиклаб Аквапарк для всех жителей данных трех отелей. По специфике этих отелей. Отели, в принципе, немножко отличаются друг от друга. Некоторые, такие как Sea Life и Sea Garden, более для семейного отдыха. Sea Club более активный, соответственно, здесь более активная анимация. Но, в принципе, эти отели любимы нашими туристами. На данный момент, в принципе, заполняются средние. Отели цена-качество. По питанию здесь нареканий каких-то особых не было. Есть также рестораны а-ля карт, в номерах предоставляются чайные наборы, предоставляется сейф бесплатно, предоставляется мини-бар за дополнительную плату. Имеется несколько категорий номеров, такие как стандарт, такие как family и другие категории номеров. Более подробно вы можете ознакомиться с ними у нас на сайте. Ближе всего к морю находится отель Sea Club и отель Sea Life. Просьба на это обратить внимание. Перейдем к следующему отелю в районе Нап. Отель Amvash Oyun Hotel Resort. Данный отель принадлежит группе компаний Annex Tour, Annex Tourism Group. Извините, пожалуйста. И тоже пользуется популярностью у туристов как эконом-вариант. Отель с немаленькой территорией, с неподогреваемым бассейном, с питанием среднего уровня, но, в принципе, питание, выбор небольшой, но достаточно все вкусно. В данном отеле из года в год улучшается сервис. Менеджмент на данный момент в этом отеле немецкий, поэтому тенденции на улучшение в этом отеле есть. На первой береговой линии находятся номера Deluxe, на второй, немножко дальше, номера Стандарт. Что касается номеров Deluxe, минимальная квадратура номера минимум 32 квадратных метра, во всех номерах плазмы, чайные наборы, сейфы, это все бесплатно. Интернета в номерах нету, он присутствует только на ресепшене отеля бесплатно. Что касается номеров стандарт, они находятся немножко дальше от моря. И у них имеется свой бар у бассейна и свои два бассейна. Очень спокойная территория возле номеров стандарт. Спускаться к морю приблизительно 5 минут пешком, но в общем это одна общая территория. Что касается расстояния до аэропорта, приблизительно до аэропорта 9-10 километров, 20 километров до центра Шарм-эш-Шейха на Амабей и 26 километров до старого города. Отель был построен в 2007 году. Имеется свой песчаный пляж 600 метров. К пляжу прилегает песчано-коралловый риф. Заход в море возможен с берега для деток, а также через понтон. Протяженность понтона приблизительно 450 метров. По понтону не курсирует шаттл. Возможность добраться до конца понтона только пешком. Имеется три лестничных спуска в море, наподобие таких, как в Риксос-Сигей. В небольших бухточках между коралловым рифом.
Перейдем к следующему отелю. Отель Клеопатра Лакшери Резорт Шарм-эль-Шейх в регионе Нар. Отель высокого уровня, отель цена-качество, отель неплохой для более высокого уровня туристов. Отель позиционирует себя как отель семейный, достаточно активный. Находится он недалеко от аэропорта, а именно в 7 километрах. Был отреновирован в 2010 году. Имеется свой песчаный пляж протяженностью 200 метров. Также в этом отеле красивый коралл, понтон приблизительно 100 метров. Этот отель соседствует с отелем Рихана Royal Beach. Соответственно, и красивый риф здесь будет такой же, и понтон здесь тоже небольшой. Wi-Fi в данном отеле присутствует в лобби, бесплатный, около бассейна и на пляже, тоже бесплатный. В данном отеле присутствуют номера стандарт, более высокой категории номеров Deluxe, а также номера Family, которые находятся более далеко от моря, за ресепшеном. У них имеется свой бассейн, возле этих номеров более тихая обстановка. По территории отеля курсируют небольшие гольф-кары для того, чтобы помогать туристам добираться или до пляжа, или до ресторана «Аля-карт», который находится на пляже. Замечательный ресторан «Аля-карт» в этом отеле, а именно ресторан средиземноморской кухни, ресторан, гриль-ресторан. В отеле «Клеопатра Лакшери Резорт» на данный момент количество отдыхающих из Европы увеличилось. Соответственно, приблизительно, если брать в процентном соотношении, 50 на 50 количество отдыхающих из стран СНГ и 50% европейцев. Немножко присутствует местных отдыхающих. С приходом праздника конца месяца Рамадан будет немножко больше именно местных отдыхающих. Это продлится недолго, приблизительно 2 недели, после чего дальше можно будет отдыхать без местного населения. Перейдем к следующему отелю. Отель Rixos Siget Sharm el-Sheikh. Отель самый новый из Rixos'ов в Шарм-эль-Шейхе, находится в регионе Нар. Был построен в 2015 году, очень большая территория в этом отеле. Отель, наверное, лучший, один из лучших, если не лучший, в общем, в Египте. Питание здесь очень хорошее, большое количество ресторанов а-ля-карт. Кормят здесь на высшем уровне, выбор блюд очень большой. Поэтому отели советую вам, как Rixos Siget, так и следующий отель Rixos Sharm el-Sheikh. Эти отели держат марку Rixos, и все туристы возвращаются довольными из этих отелей. Поэтому эти отели смело можно рекомендовать для семейного отдыха, так как территория в этих отелях более пологие. Собственный песчаный пляж в этом отеле 800 метров. Присутствует замечательная детская зона на пляже, где с детьми гуляют профессионалы-аниматоры. Расстояние от ресепшена до пляжа 320 метров. На пляже зонтики, шезлонги и полотенца бесплатно. Но, конечно же, большим нюансом этого отеля является его протяженность понтона. Протяженность понтона в этом отеле приблизительно 800 метров, что означает, что до конца понтона достаточно долго нужно будет идти. Мини-бас, мини-автобусы или гольф-кары по понтону не ездят, движение по понтону возможно только пешком. Поэтому обращайте на это внимание, но поверьте, в этом отеле большое количество развлечений на территории отеля, что позволит отдыхать совершенно спокойно,
любому контингенту туристов. Рикса Шарм-эль-Шейх, отель тоже сети отелей Риксос, находится также в регионе Нарк. Отель был построен немножко раньше, чем Сидейт, в 2012 году. Имеется свой песчаный пляж протяженностью 330 квадратных метров. Вход моря с понтона, протяженность понтона приблизительно 150-200 квадратных метров. И также по всей территории отеля, как и в предыдущем Риксосе, бесплатный Wi-Fi. В номерах, в номере, это большое преимущество этого отеля. Питание в этом отеле также на высшем уровне. Отель работает по системе Ultra All Inclusive, что собой является предоставление некоторого количества импортных напитков бесплатно. В данном отеле количество импортных напитков по системе All Inclusive порядка 15 наименований. По системе Ultra All Inclusive в отеле Rixos Seagate количество наименований элитных напитков импортных более 30. Поэтому в этих отелях вы можете спокойно наслаждаться импортными напитками. Перейдем к следующему отелю. Отель Jazz Mirabelle Beach. Отель находится северо-западе района Нарк, один из самых последних в этом регионе. Отель очень большой, держит всегда марку всей сети Jazz. Здесь присутствует очень высокого качества менеджмент. Питание достаточно неплохое в этом отеле. Отель очень спокойный для семейного отдыха, для парного отдыха. Поэтому этот отель можно смело рекомендовать любой категории туристов. Единственное, что в этом отеле также очень длинный понтон, приблизительно 400 метров. Поэтому можно купаться в бассейнах. Также для тех, кто хочет море, немножко нужно будет пройтись по понтону. Что касается нюансов в этом отеле. Данный отель находится также рядом с отелями Jazz Mirabelle Club и Jazz Mirabelle Park. Данные отели находятся на второй линии, но собой представляют общий комплекс с отелями, с данным отелем. Гости всех этих трех отелей могут перемещаться по территории всего комплекса совершенно спокойно. Питание и напитки гости могут получать только в барах в странах своего отеля. Согласно концепции, все включено. Wi-Fi в этом отеле бесплатный, в общественных местах, но немножко ограничена у него скорость. В данном отеле имеется заход для деток на пляже. Небольшой, но имеется именно для деток. Что касается купания для взрослых, то купание возможно только с понтона. Что касается номеров в этом отеле. Номера стандарт 26 квадратных метров, номера Deluxe 32 квадратных метров, номера Family имеются двухкомнатные, имеются однокомнатные. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на описание отеля у нас на сайте. Данный отель могу рекомендовать для спокойного отдыха, для людей, которые любят покушать. В принципе, отель тоже подходит. Перейдем мы к следующему региону, региону Хадова, который находится на юге города Шарм-эль-Шейх. Замечательный этот регион своим расположением, очень красивыми рифами, недалеко от дискотек он находится и большим разнообразием отелей. Начнем мы с отеля Sunrise Diamond Beach Resort. Отель находится в 20 километрах от аэропорта и в 7 километрах от города Шарм-эль-Шейх, от центра города Шарм-эль-Шейх. Последняя инновация в этом отеле была произведена в 2014 году. Номера Standard Room были обновлены этой зимой, частично, прошу обратить внимание. Собственный песчаный пляж протяженностью 230 квадратных метров с прекрасным коралловым рифом. В
Вход море только с понтона. Преимуществом данного отеля также является Wi-Fi по всей территории. Также прошу обратить внимание, что территория данного отеля каскадная, много ступенек. Соответственно, детям с семьи, туристам с семьями или же с колясками передвижение по территории данного отеля может быть затруднительным. Отель могу советовать для спокойного отдыха, для активного молодежного отдыха, для парного отдыха отель подходит. Следующий отель Ибер-отель Палас Шарм-эль-Шейх. Отель находится в районе Хадаба, недалеко от старого города, старого рынка и мечети. Отель принимает до конца летнего сезона 2016-2017 с детками. Дальше по концепции планируется замена принимания детей, то есть с детьми принимать не будут. Просьба проверять информацию у нас на сайте. Всю актуальную информацию мы туда добавляем. Также прошу обратить внимание, что в этом отеле предоставляется бесплатное позднее выселение из номера до 16:00. Последняя реновация в данном отеле была произведена в 2012 году. Имеется свой песчаный пляж протяженностью 200 метров. Коралловая часть пляжа на данный момент ремонтируется, она находится немножко левее от пляжа, совсем незаметно, что ее ремонтируют, поэтому это совсем не мешает. Большим преимуществом данного отеля для некоторых туристов может быть то, что в этом отеле практически никогда не бывает ветра, очень спокойно в этом отеле, пологий заход в море, любят его именно за это. Территория отеля небольшая, но качество предоставления услуг хорошее. Питание в этом отеле высокое, высокого уровня. В данном отеле присутствует Wi-Fi в лобби. И недалеко старый город, старый рынок. Можно выйти пешком, прогуляться, купить себе все, что угодно. Отель рекомендую для спокойного семейного отдыха, а также для парного спокойного отдыха. Это, в принципе, вся информация по Шарм-эль-Шейху. Также прошу обратить внимание, что чем славится в общем Шарм-эль-Шейх. Конечно же, своими рифами, как я уже вам рассказал, практически во всех отелях имеются прекрасные рифы с большим количеством рыбок. Также в этом регионе имеется большое количество дискотек, что понравится молодежи. Основными популярными дискотеками, просьба записать, являются дискотеки Hard Rock, дискотека Coco Beach, которая находится в Хадаме, дискотека Dolce Vita, Little Buddha, а также многие другие. Дискотеки очень популярные, периодически приезжают выступать в эти дискотеки звезды. Экскурсионная программа тоже очень популярна из этого региона. Основными экскурсиями являются, конечно, экскурсии в Израиль, сафари, погружение и яхтинг и так дальше. Очень популярен этот регион среди наших туристов, и мы, конечно же, будем стараться вам предоставлять новинки, сюрпризы по данному региону, одним из которых на данный момент является то, что с нашим туроператором, с нашей компанией сотрудничают и уже довольно-таки успешно на протяжении более чем полугода отели сети Альбатрос. Такие отели, как Альбатрос Аквапарк Бич, четверка, Шарм-эль-Шейхе, такие отели, как Альбатрос Модерна и другие отели, все уже успешно сотрудничают с нами. И вы также их можете видеть в подборе и обращать на них внимание. Ну что же, перейдем мы к Хургаде. Думаю, вам все интересно. Остановимся мы как на старой части города Хургада, как на туристическом районе города Хургада, так и на других районах, таких как Сахо-Хашиш и таких как Сома-Бэй и Маккади-Бэй. Достаточно большое количество отелей представлено в этом регионе. Перейдем к нашим любимым базовым отелям.
Первый отель Sentido Mamluk Palace Resort and Spa. 5 звезд. Отель находится на первой береговой линии в туристическом центре города Хургада. Отель представляет собой пологую территорию с расположенными по бокам корпусами. Посередине находится каскад бассейнов, где проходит анимация, акваэробика, есть спокойные зоны, подогреваются бассейны, поэтому этот отель всем советую для активного молодежного отдыха, для парного отдыха. Данный отель соседствует, извините, пожалуйста, с отелем Sunrise Garden Beach. У них общая территория, общий пляж. Пляж с собой являет песчаный пологий заход. Риф находится дальше в море, до которого нужно плыть. Поэтому здесь удобно будет, абсолютно удобно купаться с детками и наслаждаться отдыхом. Что касается именно Sentido Mamluk. Отель последний раз реновировался в 2015 году. Зимой 2016-го реновировались номера Deluxe и Standard, которые находятся ближе к морю. Wi-Fi в данном отеле работает в лобби и в главном ресторане. Вот. Имеется также в этом отеле некоторое количество ресторанов а-ля карт, такие как арабский ресторан а-ля карт, китайский ресторан а-ля карт и индийский. Поэтому сходить в один из этих ресторанов можно бесплатно один раз в неделю и насладиться приятными блюдами в одном из этих ресторанов. Что касается в общем питания в этом отеле, питание достаточно хорошее, выбор не маленький, и салатов, и горячего, и рыба присутствует, и кальмары, поэтому и мясо, поэтому отель достаточно хороший. Люди его любят, цена на него очень тоже всегда хорошая. Перейдем к следующему отелю. Соседу Sentido Mamluk. Это отель Sunrise Garden Beach Resort and Spa. 5 звезд. Отель тоже собой представляет пологую хорошую территорию с расположенными по бокам номерами. Что хочу сказать про этот отель. Отель, в принципе, очень хороший. В нем была проведена реновация полностью в 2015 году. Все номера достаточно хорошие, но без излишеств, достаточно простые, ухоженные, уютные. Этот отель лично мне очень нравится. Для семейного отдыха он очень подходит. Большими преимуществами для семейного отдыха этого отеля является первое. Наличие достаточно большого аквапарка, который был построен позапрошлой зимой, и в него можно бесплатно ходить, купаться всем жителям Sentido Mamluk и Sunrise Garden. Единственным нюансом, конечно же, данного аквапарка является то, что туда пускают туристов от 120 сантиметров, то есть деток на основные горки могут не пустить. Но это не проблема. В этом отеле, в аквапарке, именно есть также детская зона, где можно купаться деткам, наслаждаться отдыхом. Также очень любят родители этот отель за то, что здесь присутствует хорошая анимация для детей, детский клуб, питание на уровне. Имеется также ресторан а-ля карт. Отель советую вам. Сам уже действительно сейчас захотел туда поехать отдохнуть. Еще раз напоминаю, что территория отелей Sentido Mamluk и Sunrise Garden, можно сказать, общая, ей можно пользоваться, никто вас останавливать не будет. И также большим преимуществом данных отелей является то, что выйдя из отелей, сразу же находятся променады с магазинами, с различными. Немножко дальше находится торговый центр Senzu Mall. В пешей доступности буквально 10-12 минут пешком, и вы находитесь в главном торговом центре Хургады, где находится супермаркет и другие магазины.
Но ближе все-таки к отелю находится именно променад с магазинами, с аптеками и другими магазинами, в котором можно купить все, что угодно вашей душе. Продолжим дальше. Перейдем к следующему отелю. Отель наш эксклюзивный, как и вся сеть отелей Sunrise. Sunrise Holidays Resort. 5 звезд. Отель городского типа находится ближе к центру района, ближе к историческому центру Хургады. Что собой являет этот отель? Он кардинально отличается от других отелей Sunrise в Хургаде. Чем отличается? Первым, тем, что здесь принимает туристов только 16 лет, соответственно, он только для взрослых. Вторым отличается тем, что этот отель более городского типа. Территория отеля небольшая, представляет собой семиэтажный корпус и небольшая полоска пляжа и небольшая территория бассейна. Все остальное находится в корпусе и все. Поэтому на это, пожалуйста, обращайте внимание. Море здесь достаточно спокойное, отливы практически не чувствуются, можно купаться спокойно с берега. Также имеется небольшой искусственный полуостров, внизу которого проплывает вода именно уже на пляж. На этом полуострове можно загорать или же спускаться, как видите на картинке, по ступенькам вниз и купаться также. Отель очень хвалят, и он очень отличается именно своим питанием. Каждый день здесь разнообразная кухня. Можно кушать все, что вам захочется. Питание хорошее, выбор не маленький. Кушайте на здоровье. Wi-Fi в этом отеле присутствует в лобби бесплатно. Был отреновирован этот отель последний раз в 2011 году. Также в этом отеле присутствуют небольшие кораллы, то есть рыбок тут в этом отеле увидеть можно. Преимуществом этого отеля также является его близость к центру, можно выйти погулять, сесть на такси, еще ближе к центру подъехать, поэтому отель для взрослых очень подходит, вечером проходит здесь активное хорошее анимационное шоу. Отель для взрослых в Хургаде один из лучших. Перейдем к следующему отелю сети отелей Accor французской. Это отель Mercury Hurghada, бывший Sofitel, если помните. Отель 5 звезд сейчас к себе позиционирует. Для меня это один из любимых отелей в Хургаде. Чем я его люблю? Можно, если так, поделиться с вами своими впечатлениями. Первым, это своим спокойствием. Вторым, своим прекрасным пляжем. Здесь хороший, прекрасный, пологий заход в море песчаный. Купаться можно с удовольствием. Отливы здесь не чувствуются. Зона пляжа поделена на две зоны. С песчаным заходом, а также с немножко каменистым. Эти две зоны делятся между собой косой песчаной. То есть, пожалуйста, на выбор можно купаться и там, и там. Лежаковых зонтиков хватает всем, они бесплатные. На пляже также присутствует бар, напитки и снеки бесплатно. Но единственное пиво в баре на пляже не предоставляют. Также в этом отеле имеется большой главный бассейн, возле которого имеется бар, в котором в обед делают небольшие снеки в виде бургеров и пиццы, в котором наливают пиво и другие напитки. Поэтому возле бассейна можно спокойно отдыхать, на что наслаждаться отдыхом. Также в этом отеле присутствует главный ресторан и ресторан а-ля карт арабской кухни. Что касается ресторана основного. Ресторан основной небольшой. В нем присутствует линия раздачи. Выбор блюд достаточно
не маленький. Несколько раз в неделю в этом отеле проходят тематические вечера, такие как вечера бедуинской кухни, вечера китайской кухни, морской кухни и так дальше. Когда линия раздачи увеличивается, и на улице выставляется то мясо, то еще какие-то блюда, и можно это все тоже пробовать, почиваться этим. Пожалуйста, выбирайте это. В случае, если же в отеле в этот вечер обычная кухня, все равно все очень вкусно, выбор блюд не маленький, но достаточно за счет того, что отель очень популярный, все-таки немножко подождать нужно будет, когда все себе возьмут покушать, поэтому, но это не проблема, в любом случае блюда доносятся, никто голодным не останется, пожалуйста, кушайте на здоровье. Также возле Wi-Fi в этом отеле ловит в лобби и возле бассейна. Он бесплатный, им можно пользоваться всем. В отеле присутствует концепция питания All Inclusive и Ultra All Inclusive. По системе концепции Ultra All Inclusive имеется свой отдельный бар, в котором более элитный выбор напитков, в котором также присутствует более скоростной бесплатный Wi-Fi и предоставляет также некоторые снеки. Также в отеле присутствует дискотека, очень хорошая, не маленькая, со светомузыкой, популярная она очень, достаточно хорошая, советую вам ее тоже посетить. Что касается номеров в этом отеле. Номера в этом отеле небольшие, минимальная квадратура номера 22 квадратных метра. Чайных наборов в номерах нету, сейф, холодильник в этом присутствует, они бесплатные, мини-бар пополняется за дополнительную плату. В каждом номере присутствует небольшая зона с диваном и балкон. Также зона ванной комнаты небольшая, разделяется от комнаты сдвижной дверью. Wi-Fi в номерах нету, тапочки, халаты не предоставляют. Может быть или же двухспальная кровать, или же две односпальные. Размещение 2 плюс 1 в номерах возможно, но сразу же вас предупреждаю о том, что может быть достаточно мало места в таком случае. Отель, советую вам, высокое качество сервиса обеспечено. Отель один из моих любимых в регионе Хургада. Перейдем дальше к отелю Palm Beach Resort 4 звезды. Отель находится на выезде из центральной части города, ближе к Эльгуне. Отель цена-качество, можно сказать, более эконом-вариант. Отель находится на первой береговой линии. Большим преимуществом этого отеля является его пляж, в который практически никогда не бывает, на котором никогда практически не бывает отливов. Отель представляет собой главный корпус пятиэтажный, а также по бокам двухэтажные корпусы с боковым видом на море, с видом на сад, на бассейн, или же с прямым видом на море. Это те номера, которые находятся ближе к морю, соответственно. Последняя реновация в отеле была в 2015 году. Здесь присутствует понтон также небольшой, если кому-то не хочется купаться с берега, можно также купаться с понтоном. Также могу вам сказать, что а-ля-карт ресторан и бар на пляже функционируют успешно с апреля месяца прошлого года. В летний период они функционируют и радуют туристов своими блюдами и напитками. Что касается питания в этом отеле. Абсолютно цена-качество, выбор блюд средний, но все вкусно, всем хватает. Отель как вариант для семейного отдыха для туристов со средним уровнем достатка очень подходит.
Что касается территории вокруг отеля, то большого количества магазинов возле отеля вы не найдете. Территория, возле территории отеля находится с противоположной стороны дорога. Ну, в принципе, если заказав такси, то можно доехать за небольшую стоимость, куда вам будет угодно. Перейдем к следующему отелю. Отелю также эконом-вариант Sunny Day El Palacio Hurghada. Отель находится в центральной части города Хургада, ближе к центру города. Что касается этого отеля, он находится недалеко от аэропорта, в 10 километрах и в 3 километрах от центра города. Последняя реновация была произведена в 2014 году. Имеется своя песчаная лагуна протяженностью 300 метров, а также, если с левой стороны, 450. Для входа в море рекомендуется обувать специальную обувь. Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах Wi-Fi нет. Что касается специфики этого отеля, слушайте, пожалуйста, внимательно. Слева и справа, как вы видите на картинке, находятся корпуса. В центре находится лагуна искусственная. По бокам зайти в море нельзя. Заход в море возможен только по центру данной лагуны. Вход песчаный, можно купаться мелко, спокойно, наслаждаться отдыхом. Что касается бассейна. Бассейн главный находится на картинке, как вы видите. И прошу обратить внимание, что до 24 июня в данном отеле, в данном бассейне строят небольшие детские горки водные. Они будут находиться, если посмотреть на картинку немножко правее, они будут невысокие, но горки скоро в этом отеле водные для деток сделают. И в этом бассейне будут именно горки. Детская зона в бассейне находится левее, она подогревается, сам бассейн в общем не подогревается. Что касается номеров, количество номеров в этом отеле достаточно большое, порядка 600 номеров в отеле находится. В зависимости от категории номера имеются некоторые привилегии, допустим, такие как бесплатная заполняемость бара один раз за отдых, или же утюг, или еще какие-то привилегии. То есть категории номеров достаточно большие, с ними вы можете ознакомиться на сайте. Что касается питания, здесь оно достаточно среднее. Выбор блюд средний, все достаточно вкусно, но какого-то выбора большого не ожидайте, пожалуйста, в этом отеле. Поэтому отель для активного молодежного отдыха, для семейного отдыха подходит. Рядом возле этого отеля находится отель также этой сети, который называется Sunny Day Palma de Mariette, который более для спокойного отдыха и который с более поменьше по территории пространства. На это, пожалуйста, обратите внимание. Если вопросов нету, я перейду с удовольствием к следующему отелю, который у нас называется отель Jazz Aquamarine Resort 5 звезд. Этот отель уже находится в туристической части города Хургада, немножко дальше от аэропорта, а именно в 17 километрах. И специфика этого отеля является в том, что здесь очень мелкий заход в море. То есть бухта сама очень мелкая. Соответственно, купаться здесь деткам будет очень удобно, а взрослым все-таки советую лучше купаться в бассейнах или же на территории соседнего отеля, который называется Jazz Aqua Blue Resort, в котором есть бухта для купания более глубокая. На территории этого отеля можно зайти абсолютно спокойно и покупаться там. Но сам пляж именно Jazz Aquamarine протяженностью 400 метров и будет мелкий заход в этом отеле, песчаный, но мелкий. Сам отель очень большой, очень, можно сказать, спокойный, высокого уровня отель.
высокого уровня питания в этом отеле, прекрасная вечерняя анимация, может быть живая музыка, может быть пианино или какие-то небольшие шоу. Также днем присутствует анимация в бассейнах, качественные, прекрасные номера в этом отеле. То есть, в принципе, полностью этот отель соответствует всей концепции сети отелей «Джаз». И все туристы возвращаются в отель довольными. В отелях прекрасное питание, имеются а-ля-карт рестораны. Один раз за отдых можно бесплатно насладиться кухней данных ресторанов. Номера минимум 28 квадратных метров. Это стандарт. Имеются номера Connect. И, конечно же, более высокого категории номера также присутствуют. Wi-Fi в данном отеле присутствует в лобби бесплатно и возле общественных зон также он присутствует. Что касается того, куда можно выйти из этого отеля, Возле отеля находятся небольшие торговые центры, можно тоже купить интересующие туристов вещи, аптеки тоже находятся недалеко. До Сензе-молла, в принципе, тоже недалеко. Если на такси, то это приблизительно 5-7 минут. Если пешком, то порядка 15-20 минут пешком нужно будет пройтись. Но это, в принципе, недалеко. После обеда, после инклюзива, очень даже будет полезно прогуляться в торговый центр. Рядом возле отеля также находятся отели «Титаник», «Титаник Пэлас» и «Титаник Бич». Отели тоже, в принципе, неплохие. В этом году делали реновацию. Титаник Бич находится прекрасный аквапарк большой. Тоже, пожалуйста, обратите на эти отели внимание. Следующий отель. Отель Цитадур Азур Резорт. Отель находится в районе Сахал-Хашиш. Этот регион уже более южный. Можно сказать, на выезде из города Хургада. Отель более для высокого уровня отдыха. Отель находится в 20 минутах езды от аэропорта. Был построен в 2008 году. Имеется свой песчаный пляж и уникальный коралловый риф протяженностью 1,6 километров. В принципе, здесь рыбок можно наблюдать, и это большой плюс для этого отеля. Также имеются две искусственных лагуны с морской водой. Можно на яхтах приехать в этот отель, подплыть в этот отель. Для входа в море рекомендуется специальная обувь. Wi-Fi здесь ловит лобби бесплатно, в фан-баре и в Моцарт-кафе. Бесплатно. Специфика этого отеля в том, что отель полностью имеет свой уникальный стиль, а именно каменный стиль. Он был полностью высечен из горы, и все номера строи каменные, интересные, не маленькие. Отель работает по системе Ultra All Inclusive. Большой выбор еды, кофе очень вкусный в этом отеле. Советую этот отель для семейного отдыха, но опять-таки территория здесь каскадная. В основном всю территорию отеля занимают именно номера или же небольшой променад возле моря, но каких-то больших развлечений для детей вы здесь не найдете. Но детский клуб присутствует, поэтому, пожалуйста, с детьми сюда можно ехать для более спокойного парного отдыха, тоже подойдет. Выйти из отеля, к сожалению, будет некуда. Все развлечения присутствуют на территории отеля. Вот. Отель советую для качественного отдыха. Отель любим среди наших туристов. Очень он специфический в силу своей архитектуры, но интересный. Советую вам его для продажи. Следующий отель в регионе Сахал-Хашиш. Это регион, как я уже сказал, более виповского отдыха, для фешенебельного и спокойного отдыха. Также этот регион примечателен тем, что в отелях данного региона практически никогда не бывает отлива.
хороший заход в море практически во всех отелях. Есть некоторые отели, которые находятся по бокам данного региона. Прекрасные коралловые рифы. В таких отелях просьба записать, как, например, Le Riff, Барон Сахал Хашиш. В этих отелях вы найдете прекрасный коралловый риф. Что касается отеля Old Palace, этот отель будет для спокойного отдыха с немаленькой территорией, с немаленькими номерами, минимум 28 квадратных метров. И с прекрасной едой. Отель один из самых доступных в этом регионе, но его любят. Здесь присутствует ненавязчивая анимация в виде акваэробики, музыки, каких-то еще небольших развлечений, но это все ненавязчиво и способствует спокойному отдыху. Советую этот отель для спокойного отдыха, для парного отдыха и для семейного, в принципе, он тоже подойдет. Что касается того, куда можно выйти из отеля можно выйти на прекрасный прогулочный променад в районе Сахал-Хашиш вечером, где играет прекрасная фоновая музыка, работают фонтаны, магазины. Действительно, спокойно можно гулять, никто приставать не будет. Отель советую вам, очень советую. Перейдем к следующему региону курорта Хургада. Этот регион еще южнее, чем Сахал-Хашиш, называется он Маккади Бэй, а именно сейчас мы с вами поговорим про Мадинат Маккади. Это комплекс отелей City Jazz, который входит помимо отеля, под которым мы сейчас поговорим, отеля Jazz Маккадина, также отели Биротель Маккади Бич, Сен-Симар Маккади Бич, Штангенбергер Гольф, Джаз Аквавива, Джаз Маккади Сарая, Джаз Маккади Оазис. На первой линии находятся отели Джаз Маккадина, Джаз Сен-Симар, Джаз Сибиротель Маккади Бич. На второй линии находятся ближе к морю Джаз Маккади Сарая и Джаз Маккади Оазис. Дальше от моря находятся отели Штангенбергер Гольф и отели и отель Jazz Aquaviva. Он самый новый из этих отелей. Но детальнее поговорим про Jazz Маккадину. Отель действительно всегда находится у меня в сердце. Отель этот мне полюбился. С очень зеленой территорией. Отель его любят посещать люди и повторно. Очень много репитеров в этом отеле. Прекрасная еда в этом отеле, хороший заход в море пологий, имеется на пляже риф, можно покупаться с рыбками. Поэтому отель способствует спокойному семейному отдыху, есть развлечения для детей, есть немножко в отдалении номера family, но возле них находится очень зеленая территория, буквально как ботанический сад, через которую каждое утро каждому туристу будет приятно пройтись до моря и спокойно купаться, наслаждаться отдыхом. Как я сказал уже, питание в этом отеле высокого уровня, разнообразие блюд хорошее, номера светлые, минимум 28 квадратных метров. Также имеются номера family, однокомнатные, двухкомнатные. В принципе, с этим всем вы сможете ознакомиться у нас на сайте. Что касается других отелей комплекса Мадинат Маккади. Для более высокого уровня туристов советую отель Биротель Маккади Бич. Для активного отдыха советую отель Jazz Aquaviva. Да, он находится в отдалении от моря, но в нем находится самый современный, самый крутой, самый экстремальный и самый увлекательный аквапарк Хургады, аквапарк Маккади Water World. Для жителей Jazz Aquaviva посещение его бесплатно. Сам отель модерновый, светлый, эстетичный и вообще не составляет никакого труда добраться до моря, так как каждые 15 минут на пляж ходит шаттлбас бесплатный,
пожалуйста, искупались, вернулись назад. Советую этот отель. Вам очень-приочень. Посещение аквапарка Makati Waterworld бесплатное для жителей отелей Jazz Makadina, Iberhotel Makati Beach и Jazz Aquaviva. Для жителей остальных отелей данного комплекса вход будет платный. С стоимостью услуг вы можете ознакомиться у нас на территории отеля у наших гидов или же по запросу письменно на отдел маркетинга, мы вам все распишем. Ну что же, перейдем к следующему отелю. Следующий отель это Serenity Makati Beach Hurghada, тоже находится в районе Макади. Отель очень любят европейцы за его зеленую территорию, за качество еды в первую очередь, так как здесь действительно качество еды очень хорошее, можно даже сказать хорошего турецкого уровня. Сладости вкусные, разнообразие блюд немаленькое, вкусный натуральный кофе, разнообразный гриль, морепродукты на ужин. Отель действительно советую вам. Номера не маленькие, минимум 30 квадратных метров. Будет всем уютно, предоставляют халаты, тапочки. Wi-Fi в лобби бесплатно. Действительно, этот отель я вам советую. Также прошу обратить внимание, что акция при проживании в этом отеле нашим гостям продлена акция на неограниченное бесплатное посещение аквапарка в соседнем отеле на второй линии Serenity Fun City. Собственный песчаный пляж протяженностью приблизительно 300 метров. Вход моря коралловый, поэтому советуем всем купаться с понтоном, который также в этом отеле присутствует. Его длина не больше 50 метров. Море в этом отеле открытое, купаться лучше с понтоном. На территории отеля также присутствует амфитеатр, в котором аниматоры каждый вечер проводят интересные анимационные шоу. Также в этом отеле проводится караоке, дискотека имеется в этом отеле своя. Достаточно активный отель, подойдет для парного отдыха, для молодожен, для семейного отдыха подойдет. И тем более посещение аквапарка бесплатное, а также бесплатное посещение каждый день лунопарка в Serenity Fun City 2 часа в день с 18 до 20, также для деток до 10 лет бесплатное. Тоже советуем, в принципе, как комплекс вместе с Serenity Fun City очень интересный. Опять-таки, главными преимуществами этого отеля являются: первое — это питание, второе — немаленькие номера, третье — забыл уточнить, здесь имеется бассейн с морской водой, тоже очень немаловажно, и четвертое — это значительные привилегии в виде посещения бесплатного аквапарка в соседнем отеле и лунопарка. Поэтому достаточно плюсов для того, чтобы отправлять туристов своих в эти отели. Советую этот отель вам, как и Serenity Fun City, достаточно активно вам его советую. Следующий отель — отель Caribbean World Resort Soma Bay. Отель из самых дальних до аэропорта. Отель находится в 45 километрах от аэропорта и в 50 километрах от центра города Хургада. Был построен в 2008 году. Также есть новые корпуса, который был построен в 2015 году. Он находится левее и на данный момент не функционирует. Последняя реновация основного отеля, основных зданий, была в 2013 году. Основными преимуществами этого отеля является, конечно же, один из самых лучших пляжей в Хургаде. Никогда здесь нету отлива, песчаный, мелкий песочек, хороший заход в море. Активная анимация – это значительный плюс этого отеля. Неплохая территория. Вот это плюсы этого отеля. Имеются горки, тоже несколько горок этого отеля. В общем, советую также вам этот отель. Бесплатный Wi-Fi в лобби и в лобби-баре.
Он достаточно не быстрый, но бесплатный, в принципе, можно им пользоваться. За территорию отеля выйти, в принципе, некуда, но размещения на территории отеля достаточно. Отель один из наших базовых, всегда здесь присутствуют наши гиды. Все вопросы, в принципе, они не всегда возникают, но все мы стараемся их сразу же на месте через гидов решать. Что касается отельной базы Хургады в общем, конечно же, как вы знаете, отдых в Хургаде больше подходит для семейного отдыха, но также имеются активные отели. Также хочу вам посоветовать отель Альбатрос в Хургаде, с которым мы тоже начали работать. Это такие отели, как Дана Бич, Альбатрос Палас, Альбатрос Вайт Бич, Джангл Аквапарк. Также сеть отелей Синдбад. В принципе, эти отели все тоже достаточно хорошие, и в них мы вам советуем отправлять туристов смело. Одним из наших тоже базовых отелей эконом-уровня является отель Фестиваль Ле Жардин Резорт. Он находится на выезде из города в сторону Лигуны, и его большим преимуществом является то, что уже достроили в этом отеле аквапарк. Отель полностью отреновирован, с неплохим питанием. Отель цена качество и действительно эконом-вариант очень хороший. В этом отеле достаточно мелкое море, но купаться можно. Также есть бассейн, мини-зоопарк. Действительно советую этот отель. Что касается экскурсионного обслуживания, в общем, как в Шарм-эш-Шейхе, так и в Хургаде. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Смотрите, из Хургады, конечно же, больше пользуются популярностью экскурсии в Каир. Они сейчас полностью функционируют на автобусе однодневный. Также сейчас функционируют экскурсии в Каир из Шарм-эш-Шейха на самолете. Можно однодневный, можно двухдневный. И, конечно же, из Хургады пользуются популярностью экскурсии в Люксор, сафари, экскурсии на яхтах на Райский остров. Поэтому разнообразие экскурсий очень большое. Они все, в принципе, нравятся туристам. Цена на них небольшая. И всегда ее можно узнать у гидов на месте. Конечно же, мы стараемся улучшать наш сервис. И в случае возникновения либо каких-то вопросов, просьба либо же направлять туристов гиду в отеле или же на горячую линию, либо же к нам в отдел маркетинга, мы всегда поможем вам решить любой вопрос. Что касается также других отелей, смотрите, у нас в подборе также имеется отель Sunrise Port Galit, который находится в регионе Марсалам. Мы из Хургады успешно возим в этот отель туристов. Конечно, вы знаете, что Марсалам – это регион с самым лучшим морем в мире. Чистая водичка, прекрасные рыбки, разнообразные. И этот отель действительно очень нравится туристам. Если какие-то у вас еще есть, пожалуйста, вопросы, пожалуйста, задавайте их. Есть у нас еще пару минут. Готов вам ответить на все ваши вопросы по Египту. Что касается экскурсии на пирамиды организовываются и успешно проводятся. Поэтому в любом случае при возникновении таких вопросов у туристов, при бронировании вы можете вот этот вопрос уточнить у нас в отделе маркетинга, и мы вам предоставим всю актуальную информацию. Сейчас все нормально, все организовывается, Египет ждет наших с вами туристов, с прекрасной сухим климатом, с прекрасной теплой водичкой. Поэтому все нам будут там рады. И жду всех вас, наших в инфотурах в Египет, которые стартуют у нас с конца августа. Будем очень рады вас там видеть, присылайте свои заявки. Скоро вся эта информация появится на сайте. И именно осенний период инфотуров стартует именно с Египта. Будут, конечно, сюрпризы для вас.
о чем вы узнаете немножко позже. И также хочу обратить внимание на то, что именно по Египту у нас планируется одно мероприятие летом. Следите за информацией на сайте. Будем всех вас также рады видеть на наших мероприятиях. Если у вас какие-то есть вопросы, просьба задавать их. Если же нету, тогда будем с вами прощаться. Я был старался вам рассказать полностью всю информацию. Благодарен вам за участие в этом вебинаре, за активное участие. Следите за информацией на сайте. Также не забывайте, что у нас в этом году много новых направлений, таких как Кипр, таких как Тунис, Бодрум. И с недавних пор частота полета на Бодрум увеличена. Теперь мы летаем 3 раза в неделю на своих самолетах на регион. За этим вы можете следить на сайте. По Турции, конечно же, обращайте внимание на наш новый отель Selectum, на наши эксклюзивные отели, коих у нас в этом году очень много, на количество акций. Все это есть на сайте, мы стараемся все обновлять. Спасибо вам за внимание, спасибо за участие. Приходите к нам на семинары в офис, следите за информацией по обучению на сайте. Вебинаров, семинаров у нас еще будет достаточно. И мы с радостью будем стараться всю вам информацию предоставить. Спасибо большое за внимание. Всем хорошего дня. До встречи. До свидания.